Всем привет! Меня зовут Кристина, и я мастеровой компании Leroy Merlin. Сегодня я покажу вам, как можно собрать четвероногого друга, который поможет вам сделать вашу жизнь ярче. А собаку мы будем делать из тех материалов, которые вы можете приобрести в наших магазинах. Нам понадобится 2-метровый брусок 20 на 30, патрон Е27, цветочный горшок, выключатель, лампочка, 2 болта 8 на 120 и горстка саморезов. Берем наш брусок, рулетку и наносим разметку. Далее при помощи ножовки делаем распил. Отлично! У нас получилось 8 заготовок. 2 длинные по 30 сантиметров, это будет тело собаки. 4 по 22 сантиметра, это лапы. 2 по 10 сантиметров со скошенными краями, это у нас будут шея и хвост. А это будут ушки. Мы просверлили по 2 отверстия в нашем туловище и по 1 отверстию в лапах и хвосте. Теперь, чтобы шерстка нашего пёселя была гладкой и аккуратной, мы все детали обрабатываем наждачной бумагой. Теперь осталось собрать конструктор. Раскладываем детали так, чтобы получился каркас собаки, и соединяем их болтами. Туловище собаки готово. Теперь переходим к голове. Берем цветочный горшок и прикручиваем к нему патрон. После делаем в горшке отверстие для шеи и провода. Крепим голову саморезом и продеваем провод через отверстие. Когда мы просунули провод, нужно обязательно сделать узелок, чтобы он не улизнул. Подключаем кабель к цоколю. Вставляем лампочку и наш собакин ожил. Теперь осталось сделать ему глазки и носик из простой самоклеящейся бумаги. Вот так легко и просто можно собрать себе четвероногого друга. С вами была Кристина. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети, ссылку которых вы найдете в описании. До новых встреч!